Отвечайте! Забит Магомед варианты, и предполагалось, конечно, разное, и, ну, давлел, был первым номером. Махачкала, Россия! Забит Магомед Шарипов! Забита Магомед Шарипова. Это полуфинал в полулегком весе. Напомню вам, что в первой ЦА Мухаммед Коков 8 побед, ни одного поражения. Причем 7 побед из 8 одержаны досрочно. Ермек досрочно. Забит Магомед Шарипов. 8-2. Но последний... То, что сейчас были попытки от Кокова перевести. О, как с разворота. При его весе 1,84 кг, 66 грамм, достаточно редкий. Да, таким выглядит, как будто, знаете, дети разного возраста. Удача перевести в свою стихию, и там будет... хорошие как бы шансы. Ударная комбинация. Пошел вперед Коков, но сразу же Магомед Шарипов отходит. Опять активно начал Мухаммед Коков. Пытается его как можно более жестко встречать. Очередной удар с разворотом. Раскрывает все богатство своей техники. Ушусин, да. Тренер спортивного клуба «Аллигатор». Сам хороший боец.
Небольшая пауза возникла. В финале гран-при в полулегком весе ACB, чемпионата ACB, он встретится с Getting some good posture and good, but gets a grip. He big shots again. And this has flustered him. It looks dangerous now for Silva. And now really gets there the damage go. In. There and we go. First round. Things a fantastic defense of his title. And yet again, another marker was shot. ACB. Fantastic title defense. Really put. О, справа попадает, заметь. Длинным справа очень жестко на встречу поймал. И вертушку подловище. Встречный проход и попытка. Знаете, что делает? Какая защита потрясающая. Кузовита. Конечно, Шарипова потрясающе работает. Забит сейчас. Напомню, что забит острым ударом забитым. Шарипова. И левый хайкик. Справа через руку и туда дополнительный слева и левый сбоку. Удар по подбородок. Вот это нокаут. Так, файтерс. И непосредственно спортсмену Забиту Магомед Шарипову. Великолепному бойцу, который идет победоносно без Чеченской республики Бурли Грозно, который собрал сейчас говорить. Естественно, в степени просто отправляется его на его форме. Шарипов! Махачкала! Россия! Меня поднесли от его себя.